Друзья, всем привет! Получил я растения, мои самые любимые растения, которые я люблю, ценю и уважаю за то, что неприхотливые, красивые, различные. Это анубиусы. Ребят, рассказывать не буду, где какой сорт. Посмотрите, потому что можно приблизить любой на паузу анубиус. Потому что взял я 35 штук различных. Посмотрите, какие большие есть кусты, да? Ну, шикарные просто. Сорта вставлены. Вот, например, берем анубиус. Ну, к примеру, вот, достаем, давайте, большой вот. Смотрите, какой шикарный анубиус, да? Вот реально шикарный. Ух, какая красота. И вот, вот такой вот анубиус. Вот. Поставим в наш аквариум. Выставлю ее. Так как у меня уже очень много людей, которые заинтересовались, которые хотят поменяться. На LED-лампу мне одна девушка обещала, говорит, я ей 10 кустиков, она мне LED-лампу. Ну, бушную, она аквариум расформировала, а мне как раз вот сюда, где у меня неончики, ну, не хватает лампочки такой поставить, потому что у меня простая, Т5, поставлю LED-овскую, чехировскую лампочку. Лампу, не лампочку. Так что, ребят, выпущу. Поставлю в аквариум, обязательно сниму и покажу вам. Так что смотрим, как мы. Будет уже в аквариуме стоять. Совсем скоро для вас через минуту, для меня через день. Бах! Хоп! И, ребят, прошла минутка. Для вас секунда, для меня денек. Высадил я все анубиусы. Ну, как понять, высадил. Они, видите, в таких горшочках. Вот. Маленьких горшочечках. Я их прямо в аквариум ставлю. Там есть камушек. Рассчитано вот это, знаете, как в зоомагазины. Припродажная форма. Ждут нового хозяина. Тут у меня в районе 10-8 видов различного анубиуса. Вот там течение сильное. Немножко анубиус лег. Ну, ничего страшного. Анубиус — это такое неприхотливое растение, которое вообще не составляет проблем. Даже если у вас нет яркого света. То есть делайте подмену водички, свет должен быть, ну, минимальный. Если вы покупаете оригинальный крышка в аквариуме, то вполне хватает. Там не надо уже никакие крутые чехировские лампы или тому подобное. Вот это маленькие анубиусы. Я названий даже не называю, да, там 8 названий. Восемь названий. В принципе, с русским языком у меня всегда было хорошо. Стараюсь читать, изучать. И говорить правильно. Но хотя, знаете, ребят, когда живешь в Латвии, я говорю еще на латышском языке свободно, на английском, бывает, немножечко начинаешь русские слова какие-то забывать. Но опять же, ничего страшного, если ты осознаешь, сказал. Я ролики, как говорил, не перезаписываю. Записал неправильно, сказал неправильно. Ну, как говорится, путь вперед. В следующий раз говори правильно, все будет хорошо. Да, конечно, неончики, знаете, смотри, как стайки ходят, да? Неончики сейчас скоро ждут. Буду им давать сухой корм. Немножко Артемия дал. Видим на дне, вот смотрите, на дне есть Артемия. Нету Артемии. Все съели, ребята. Подрастают, окрашиваются. Они уже видно, видят цвет. Но они когда постарше будут, будут совсем, совсем красивые. Ну, постарше, они довольно быстро растут. Пройдет 2 недельки, и они уже будут 3 недельки практически своего максимального размера. Потом только будет крепчать, самочки набирать икру, и дальнейший процесс. Ребят, большое спасибо, что вы смотрите, что вы комментируете, что вы не забываете, что вы ставите лайки. И вообще просто, что вы есть на моем маленьком скромном канале «Чудак Рыба Монстр». Вот если бы вы не смотрели, соответственно, вообще неинтересно было снимать и показывать. Благодаря вам что-то происходит на моем канале. Всем, ребят, пока. Всех люблю и обнимаю. Пока-пока-пока. Друзья, а по поводу коряк, ветвей, я думаю, сомнений у вас не остается, к кому обращаться. Так как любого размера подберем, диаметра, цена будет лучше. Звоните по номеру 29 77 39 02. И коряшка, можно сказать, у вас дома.